Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня мы с вами будем сажать гибискус. Вот такой вот у меня есть росточек. Один большой, смотрите, а другой маленький. Ну, сам по себе, смотрите, маленький. У него, конечно, и корешочки тоже маленькие. Большой росточек и корешочки тоже большие. Довольно, смотрите, крупные. Сажать мы его будем... А здесь получается у нас почка. Вот она маленькая, она не должна быть в земле. То есть мы будем сажать его вот так. Прорастал он у меня возле мамки. То есть это обязательно рядом с мамкой, как не зря говорят, яблоко от яблони там недалеко, да? Вот что-то типа подобное. Вот. Пока поставим его обратно. Будем сегодня сажать именно вот этот. Так, нам понадобится грунт. Роза, питательный, грунт, там, тра-та-та какой-нибудь. Ну, любой, главное, чтобы это была роза. Так, также керамзит. Такой вот, ну и, конечно же, горшок. У нас вот такой вот крупненький горшочек. Так. Давайте начнем. О, какой там крупный. Главное, тут нарисован мелкий вроде. Так, трогаешь, маленький. Ну, вот так вот где-то насыпаем. Не слишком много, не слишком мало. Можно еще чуть-чуть добавить. Чтобы все было. Так, землю мы будем насыпать вот до этих краев, то есть выше прям полностью не надо, потому что поливать потом будет вам неудобно. Лучше вот так вот до сюда, чтобы вот было все удобно. Сразу снизу мы сделали все дырочки. Не забывайте, снизу сделал дырочки. Ставим. Берем наш грунт. И насыпаем. Ой. Грабелька. Пограбим немножечко. Посередине мы делаем дырочку. Так вот. Берем наш цветочек. У него даже корни более большие. Можно побольше сделать дырочку. И туда их раскладываем. Немножечко придавливаем. Чуть-чуть падает все-таки. Вот и все. Смотрите, мы его с вами посадили. Теперь останется полить. Вот. Почечка, вот, она ее обязательно, смотрите, чтобы ее не засыпать, потому что если вы ее засыпете, то он у вас не будет свисти. Вот, то есть обязательно смотрите, когда отрезаете, когда он у вас вырастет, допустим, большим, обязательно отрезайте так, чтобы как бы было расстояние, где корень, а почка была немножечко подальше, то есть не около прям края, иначе будет сложно его посадить, и нам же надо, чтобы он цвел потом, правда ведь? Вот. Все. Вот так вот. Пожелайте ему, чтобы он рос большим, красивым и радовал своих хозяев. Он будет очень красиво цвести, очень красивые цветки будут.
Вот, а этот маленький посмотрим. Может быть, посажу, может еще подождать. У него прям, смотрите, совсем корешочки малюсенькие. Почка у него особо... А нет, хотя нет, вот она, наверное, почка эта. Вот, то есть, видите, получается, вот она почка, и есть вот целый много-много места. Ну, как-то прям маловато у него корешков. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Задавайте, пишите вопросы. Мне будет приятно на них отвечать, смотреть другие ролики, мои влоги. Как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Кулинария, живопись, фоны и очень-очень много всего интересного. Обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайки. И всем пока-пока. С вами был канал Art Money. Так, гибискусы сажали с вами. Вот этот что-то немножко желтеет. Видимо, осень. Тут вот у одного уже был цветочек, но он отвалился. И что-то я вроде помню, слышала, что первый отваливается. Где-то вот здесь вот было подобие цветочка что-то, но что-то так и не вырос. То есть у меня их 4 получается. Вот. То есть вот получается у меня сажал 1, 2, 3, 4. Все выросли, все растут. Вот он, листочек молоденький. Красивый. А это другой. И, конечно же, вот оно самое большое дерево, вот которого вот эти как раз вот цветочки. Да, цветочки. Но оно уже давно не цветет, уже много-много-много лет, а вот этот вот, в принципе, вот он цвел. Вот, кто живет в Самаре, можете мне написать, я вам его продам или отдам за что-то. Потому что они уже, в принципе, вон они большие. У каждого вон по 2 штучки, получается, растут. Там вон еще один. Вот этот маленький, что-то самый прям хиленький. Но я, кстати, узнала, что лучше всего, конечно, срезать, чтобы лапка у него была не совсем вот такая вот зелененькая. По-моему, даже вот не такая, плохо проращивается. А уже вот более-менее, чтобы она была с палочкой. Вот. Это вот тоже почка пошла, но никак не цветет. Он не хочет. Вот. Так что все растет. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока. Так, а это у меня авокадо.